пикантный интересный гарнир из гречки, лука, грибов с добавлением перца чили и соевого соуса. Блюдо просто готовится и является постным. Заходите и смотрите рецепт. Рецепт такой гречки давно проверен временем, поэтому рекомендую точно соблюдать рецептуру. Количество перца чили можете менять по своему вкусу. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Лук, чеснок и перец почистите и нарежьте. 2. Обжарьте на сковороде около 5 минут. 3. Грибы нарежьте. 4. Добавьте в сковороду и обжаривайте все вместе. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Посолите, поперчите, добавьте бадьян, влейте соевый соус и лимонный сок, доведите до кипения. 6. Добавьте гречку, перемешайте, обжаривайте минут 5. 7. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Необходимые ингредиенты. Гречка вареная, 150 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Чеснок, 1 зубчик. Перец чили, 1/2 штуки. Грибы, 100 грамм. Соевый соус, 2 столовые ложки. Сок лимонный, 1 столовая ложка. Бадьян, 1 щепотка. Масло растительное, 2 столовые ложки. Количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Люблю вас, друзья, жду снова.